Это видео в субботу днем буквально за несколько минут появилось практически во всех нефтекамских пабликах. Водитель иномарки двигался с большой скоростью по улице Ленина и буквально влетел на парковку автоцентра «Лада». Вокруг происшествия собралось большое количество людей. Виновник проследовал в машину госавтоинспекторов для дачи показаний. 18 июня 2022 года в утреннее время водитель 91 года рождения, управляя автомашиной Nissan Qashqai, на улице Дороже, напротив дома номер 44, не справился с рулевым управлением и совершил наезд на стоящие 4 автомашины. В результате ДТП телесного повреждения никто не получил, автомашины получили механические повреждения. В настоящее время проводится разбирательство.